Ну що, а ми повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру на каналі «Правда тут». От скажу чесно, дуже довго думав, як правильно підвести нашого наступного гостя. Скажу просто і по факту. Красива, дуже розумна, розкаже, як створити свій власний бренд, як розвивати бізнес в інтернеті, та просто неймовірна танцюристка. Даша Трібоя, доброго ранку! Доброго ранку! Слухай, дивилися тільки що сюжет про пікаперів. Був в твоєму житті досвід з пікаперами? Так, одного разу. Серйозно? Так. Ану, розказуй. Ану. В общем, я йшла на Крещатике. Иду, никого не трогаю, подходит ко мне парень, у него наручники, ну, одна рука, в общем, наручники, так. А второй наручник, он хотел как бы приковать меня, вот, и моя подружка увидела это и резко, ну, скорее всего, резко меня там как-то забрала к себе, скорее всего, это был какой-то пранк просто. Ага. Вот, ну, вот слухай, такого. Ну це так стрьомно, чесно кажучи. А якби він це зробив і встиг? А якщо в нього ключів немає від тих наручників? Не знаю, не знаю, що би я діяла. Макс, ти таке не робив ніколи в своєму? Ні, але я питав дівчина, вашій мамі зять потрібен? До речі, в тебе питають таке? Це не оригінальний. Ну все, я не оригінальний в цьому плані, я досить простий. Дашка, давай поговоримо про те, як пандемія вплинула на бізнес. Да, расскажу чуть-чуть со стороны СММ. Я много работаю с ресторанным бизнесом, и, конечно же, во время карантина получилось так, что многие работали только на доставку или взять кофе с собой. Mm-hmm. И, конечно, те, кто вел Инстаграм свой, те, кто оставались, присутствовали в соцсетях, общались со своими гостями, у них все ну, как-то шло более-менее, и сейчас, в принципе, их не забыли. А те, кто вот либо совсем закрылся, либо работал только с собой, но при этом они никак в Инстаграме не продвигались, не показывали себя, свой контент, не меняли свою стратегию, ну, им сейчас сложнее намного. Угу. Тобто, дивись, виходить, що пандемія, і в період пандемії, коли, в принципі, продажі впали, люди все одно вкладали гроші в бренд, і тим самим вони підвищували рівень довіри. Звісно, так. Да. Ми дуже сильно повишали в це время лояльність. Ми робили більше для гостей, ми давали їм більше полезного контенту. Ми розказували, наприклад, як приготувати кофе вдома, як приготувати любимое блюдо, яке ви їдите в ресторані, у себе на кухні. І робили для цього все, там, собирали інгредієнти, робили доставку і так далі. Вот. Самі владельці бізнесу могли доставити цю пачку кофе домой, просто щоб пообщатися з гостем, сказати йому спасибо за підтримку в це время. Вот. І тому, ну, соцсети тоді вот були таким основним каналом комунікації з гостями. А взагалі, Даша, який спосіб такий розкрутити у соцмережах бренд? Що для цього потрібно? Ну, прежде всего, понять, зачем вам это? То есть, главное – это цель, а потом уже расписывать стратегию. То ну, есть... мета, мабуть, чтобы чем больше людей дізналися про бизнес. Да, верно? У кого-то это узнаваемость, у кого-то это прямые продажи. Кто-то ведет Инстаграм просто как интернет-магазин, а у кого-то это для того, чтобы получить как можно больше охвата. Вот, поэтому все зависит от ниши. И прежде чем работать с брендом в Инстаграме, мы обычно прописываем стратегию, понимаем, зачем это вообще бизнесу, какая у него целевая аудитория, расписываем рубрики, что мы будем постить, для кого, зачем, в каком формате, в общем, все детали. Що найбільше заходить от взагалі людям у соцмережах? От ви не спостерігали за такими трендами? Да, тоже зависит от ниши очень сильно. Сейчас тренд на естественный контент, минимум уже обработки, точнее, она есть, но не такая явная, как раньше. Конечно, это развлекательный контент, это юмор, это польза, экспертный контент. Ну, в зависимости от того, какой именно у вас бренд. Вот. Ко всем можно найти свой подход. Угу. Ну, от Макс у нас дуже любить гумористичні різні ролики. Ну так, у мене такий потенційний хайповий підхід до всього. Ну, тобі, наверное, треба в TikTok. До речі, Дашка не перша, хто мене туди відправляє. Я все ніяк не можу взагалі завантажити цей додаток. Слухай, от що мене... Потрібна допомога. Я тобі допомогу потім після ефіру. Після ефіру будемо завантажувати. Так, і це Клабхаус теж можна. О, до речі, Клабхаус – це одна з новинок таких. Ты уже там зареєстрована. Уже там, уже сделала свою комнату, уже мы общались на тему СММ там. Взагалі, що очікувати від цього нового додатку у перспективі? В перспективі, ну, сейчас
Это все только на айфонах, да, это mm-hmm. приложение, поэтому там небольшая аудитория. Как только он появится на андроиде, там будет намного больше людей. И если сейчас это такие нишевые комнаты, то, скорее всего, в дальнейшем это будет просто обо всем. Человек сможет найти себе комнату абсолютно на любую тематику, пообщаться с разными спикерами, создавать свои комнаты. Ну, в дальнейшем его, скорее всего, будут монетизировать. То есть вход в самые крутые комнаты будет платный. Ну, вот. Це логично. Да, пока что это все бесплатно. Это такая своя тусовка, так сказать, угу. вот, со своих соцсетей. Все приглашают своих друзей, делятся инвайтами. Вот. Сейчас там очень камерная, уютная атмосфера. Угу. Дальше посмотрим, как это будет. Ну, говорят, что, возможно, это будет как второй TikTok по популярности Ого. В будущем. Да. Но пока неизвестно еще. Слухай, якщо я правильно розумію сам принцип роботи Clubhouse, то там просто деякі, ну, просто люди збираються, да, і про щось голосовими повідомленнями спілкуються. Тобто зараз у нас такий собі Clubhouse. Ну, примерно, да. Тільки треба поставити ширми, щоб нас не було видно. Да, да. Ми можемо зараз ще комнату в Clubhouse паралельно вести спокійно. До речі, чому да. б ні? Як сейчас... ідея? Слухай, прикольно, да. да. Зараз знімають подкасти паралельно, угу. точніше, записують подкасти паралельно з тим, як роблять запис в Clubhouse. От Слухай. Бачиш, як круто запрошувати фахівців таких до себе. Зразу щось підкажуть толкове. Слухай, розкажи, знаєш, от, є наразі у аудиторії два питання. Перше, це у мене є гроші, і як їх правильно вкладати в рекламу, а друге, у мене нема грошей, як правильно себе рекламувати? Угу. А якщо перший варіант, коли є бюджет, просто робимо класний контент, який релевантний вашій аудиторії, запускаем таргетированную рекламу, если мы говорим про Instagram, Facebook, работаем с лидерами мнений. Ну, есть еще много других инструментов, но это основные. Если бюджет небольшой, то ну, в Инстаграме сейчас мало что можно сделать на это. Ну, очень сложно продвигаться, ваш контент никто не увидит, даже если вы там его как-то сделали на телефон и так далее, но важно получить охват, а охватов бесплатных уже практически нет в Инстаграме. Тогда я рекомендую идти в TikTok. Или же в тот же Clubhouse. Очень хорошо конвертируется аудитория из Clubhouse в Instagram, она переходит, подписывается, очень круто. Также из TikTok. В TikTok есть еще бесплатные органические охваты. Главное часто постить видео, там вначале это 3-5 видео в день, потом меньше. 3-5 так. До речі, от експерти да. говорять так, що важлива регулярність. Так, якщо да. ти ведеш якусь соцмережу, важливо постійно викладати, причому там в один і той час, а взагалі, от які деталі в цьому є? В ТікТоке вначале, щоб стартануть круто, то да, 3-5 відео в день, вони можуть бути не дуже великі, ну, тобто по длительності, вони можуть бути простенькі, але важливо багато контенту. Позже можно переходить на качество. Точнее, в идеале делать сразу все качественно, но если мы понимаем, что нам важнее сначала количество, то потом все равно обязательно мы переходим в качество, можем делать уже меньше, но регулярно. В ТикТоке нельзя пропадать там на неделю. Все, про тебя забывают, и ты десь уже позаду. Ну, там так алгоритмы работают, что тебе нужно постоянно постить, постоянно вот, быть на виду, так сказать. Я не розумію, як це можна просто встигнути, розумієш? Це ж мільйони людей на постійній основі щось постять, і це треба війти ну, в цю колію. Ну, вони живуть цим. Ну, а якась іде там вже потім фінансова конвертація? Конечно, так? Конечно. Можна монетизувати. У креаторів заказують рекламу, різні бренди. Також можна монетизувати по-другому. Можна стати експертом по ТікТоку. Є вже свої ТікТок-агентства, які ведуть різні бренди, лічні бренди експертів, знімають для них відео, пишуть сценарії. Вот. Даже є вже окрема професія, як сценарист відео для ТікТока. Навіть таке вже є. Ого. Це щось я десь відстав трошки. Вот. Ну і, звісно ж, дуже добре оттуда переводити трафік в Інстаграм. Якщо, наприклад, у вас в Інстаграмі є свій курс, або ви продаєте там якусь свою услугу определенно, то можна в ТікТоке о ній розказувати і говорити, а більше ви узнаєте в моєму Інстаграмі. Вот. Угу. І переводити тим самим аудиторію туди, і там вже продавати щось. Слухай, ну це таке цікаво. Мені, ти знаєш, от у нас вже були гості з ну, ті, хто в Тіктоці, і теж радять, що нам потрібно завести канал. Я оце думаю, ще й ти сказала про це. Ну це все. Ну просто знаєш, сказала, я відрізала. Потрібно завантажувати цей додаток і створювати. Питання тільки про контент. Що ми робити будемо, що будемо там, робити, на цих так. відео? От взагалі, що б ти для нас порадила з Максом? Який як контент би зайшов?
Так, нужно подумать. Ну, у вас два варианта. Можно делать просто развлекательный, угу. То есть там показывать бэкстейдж ваших эфиров, рассказывать вообще, как у вас здесь все происходит, рассказывать о себе, возможно, даже челленджи, танцы, да, такой развлекательный контент. Второй вариант — это экспертный. Это давать какую-то пользу, рассказывать, например, там про ораторское мастерство. Ну, это так, что угу. Первое в голову пришло. Я, ти знаєш, про ораторське мистецтво я вже досить багато чую, і я не розумію, як туди зайти, тому що, дивись, пандемія, всі перейшли в онлайн, тих курсів про ораторів уже стільки просто, і я чисто, ну, забави заради, подивився одні курси, ну, чесно, вже більш не хочеться. Ну, про СММ та же історія. Сейчас везде курси про СММ. Там человек может выпуститься с курсов, которые он закончил за 3 дня, как стать СММщиком и зарабатывать $3000, работая 2 часа в день. И потом он создает свой курс примерно с таким же названием. И продает. А, до речі, користуються популярністю такі курси? Да, сейчас да, потому что, ну, сейчас тренд на удаленные профессии, вот как раз тоже после пандемии, все там становятся сторисмейкерами, копирайтерами, менеджерами по работе с блогерами, СММщиками, очень много вот разного. И, к сожалению, не всегда человек может оценить, стоящий этот курс или нет. То есть можно доверять этому эксперту или нет. Як довіряти гарному СММщику? Взагалі, як знайти гарного професійного СММщика? Взагалі, ти як експерт мені в Instagram. З багаторічним досвідом. Які ознаки? Так, от ми обираємо собі СММщика. Що потрібен, ну, знати взагалі? Смотрите, якщо СММщик приходить і говорить: "Я сейчас вам сделаю там 10 тисяч підписчиків, у нас сразу буде куча лайків, ми сейчас запустим, станем спонсорами в розыгрыше айфона, соберем большую аудиторию, у вас пойдут продажи", это точно плохой СММщик. Угу. Изначально СММщик должен полностью проникнуться вашим брендом, узнать вообще, о чем ваш бизнес, что вы транслируете, там, ваше позиционирование, и продумать вместе с вами стратегию. И, конечно же, определить ваши KPI, то есть цели, чего вы добьетесь, вот если вы сделаете все по стратегии, что вы хотите в итоге добиться, чего. Вот. Если разговор начинается с этого, то это уже признаки хорошего СММщика. Если вам рекомендуют там серые методы продвижения, например, масс-фолловинга, масс-лайкинга, который уже давно не работает, это признаки не очень хорошего СММщика. Вот. Тобто ще й є темні способи. Конечно, да. Mm-hmm. Раньше продвигались в Инстаграме через масс-лайкинг или масс-фол. Это когда либо вручную, либо через программу ты на всех подписываешься или там на свою целевую аудиторию и ждешь, когда на тебя подпишутся взаимно. Так. Это работало, этот способ работал вручную, когда делали там 4 года назад, это еще работало. Сейчас это уже не работает, в принципе, и за это Инстаграм может даже банить за подозрительную активность, вот, поэтому такие методы не очень. Так же, как и становиться спонсором в розыгрыше автомобиля или айфона, это полностью убивает статистику аккаунта, поэтому я не рекомендую. А вбиває статистику із-за того, що аудиторія не довіряє таким розіграшам? Ні, смотрите, на вас сразу підписується, наприклад, 30 тисяч чоловік там за 4 дня. А потім, коли закінчується розіграш, вони не виграли айфон або машину, вони всі відписуються. Інстаграм бачить, що від вас пішло дуже багато відписок, значить, ваш контент взагалі не інтересний, і він перестає його показувати навіть тим, кому він був раніше інтересен і хто на вас дійсно підписаний. Вот. Вот поэтому с розыгрышами надо такие, быть аккуратными. Да. Да. Хотя сейчас, ну, наши многие блогеры, они используют это как свой метод продвижения, но они знают, как это делать грамотно, как удерживать аудиторию, как знакомить ее с собой. И вот эти отписки они потом перекрывают либо новым розыгрышем, либо рекламой. Они запускают рекламу в это же время, и на них подписывается новая аудитория, и тогда эта разница, она незначительная. Слухай, як цікаво, це дивись, це ціла математика. Це певні, ну, це цілі шахи, так, щоб правильно зробити, правильно утримати аудиторію. Як правильно знайомити, наприклад, себе, якщо ми говоримо про свій особистий бренд? Ну, типу, я там Макс, і я хочу, ну, щоб це був бренд. Як мені потрібно знайомити себе з аудиторією? Желательно разделить контент на личный и на экспертный. То есть, если ты хочешь монетизировать свой профиль как эксперт, нужно добавлять пользу, давать людям, да, аудитории, добавлять больше экспертного контента. Публикации, сторис, прямые эфиры, возможно, с приглашенными гостями. Если же
будет только экспертный контент, все равно будет не очень интересно. Нужно еще и личность добавлять, рассказывать там о своих увлечениях, хобби, о своих ценностях, возможно, о своей миссии. Тобто повинна бути ще певна місія, заради чого ти робиш це? Ну, да, щоб люди її считывали. Не нужно говорить, що там моя місія это і розписувати, вот. Но просто щоб люди считывали і понимали, близок ви їм як чоловік или нет. Людина може підписуватися просто, от якщо людина подобається йому, так, його внутрішній взагалі погляд на життя, конечно. Так, як людина живе, так, чим займається. Просто от сподобалася людина, симпатія виникає і можна так? Звісно, є блогери-експерти, є блогери-вдохновителі, є просто лайфстайл-блогери, є фешн-блогери і так далі. Дуже багато видів, кожен знаходить. Тобто не обов'язково там щось вигадувати, бути експертом, да. Можна просто бути собою, подобатися можна. Людям. Можна, так. Да. Но все равно нужно давать тогда контент, который зацепит чем-то. Цікаво. То есть тогда не пользой, но там или развлекательный контент, или вот быть супер неординарной личностью, чтобы заметили. Потому что сейчас в Инстаграме очень много контента, и даже если мы вкладываем в продвижение, все равно нужно быть уникальным, нужно чем-то выделяться от всех. Так, якусь короче, можно продумать. Бути просто эпатажным. Да. И все. Ну, как вариант, да. Но желательно еще, чтобы про вас говорили. Вот если вы эпатажный, все равно, чтобы про вас говорили другие или запускать рекламу. Потому что можно быть эпатажным и иметь 300 подписчиков, и, ну, как бы, и все. И все, и на цьому вся эпатажність закінчується. Да. Слухай, давай поговоримо про цифри. Скажи мені, скільки коштує професійна реклама, ну, там, наразі? Угу. Який бюджет повинен бути? Мы говорим именно на услуги СММщика или реклама таргетированная, которая оплачивается там Facebook? Давай поговорим суто про СММщика и потом про таргетинг. Угу. Тоже зависит от уровня СММщика. Угу. Зависит от того, работает он на фрилансе или в агентстве, или он вообще in-house в какой-то компании. То есть, ну, если это человек, и еще от города зависит, потому что в Киеве это одни зарплаты, а, например, в Полтаве это совершенно другие зарплаты. Угу. Вот. Если мы говорим, ну, в среднем, ну, если в гривнах, ну, это за комплексный пакет, ну, примерно от 10 тысяч и до бесконечности. Тобто, гривен. Я сейчас про гривни. Ага, тобто СММщик професійний може коштувати, наприклад, навіть 30, 40 і 50 конечно, тисяч гривень конечно. На місяць. Да. Але комплексний пакет, це значить, приходить СММщик, створення повністю, так, ведення соцмережі, до якого етапу? Ну, це ежемесячний процес. То есть ага, кожного місяця. Да, потому что если повести 2 місяці, а потом бросить это все, ну, не буде никакого. Так не буде, так, що можливо, да. Деякі думають, я зараз оплачу СММщика, він мені все налагодить, а потом сделаю сам. И да. Это очень печальная история, такое бывает, и потом заходишь в этот аккаунт и не понимаешь вообще, зачем все было сделано до этого, зачем столько труда, времени, сил вкладывалось, если потом кто-то решает, что он знает лучше. Велика класика життя. Да, и делает, ну, так себе, скажем. Слухай, розкажи найскладнішу свою роботу як СММщика. Це, ну, якийсь бренд, повинні були рекламувати. Я подумаю сейчас. На самом деле, мне вообще очень везет с клиентами, они очень все, вот у нас классные отношения. Ну, бывают клиенты, которые вносят там чересчур, вот как раз когда они думают, что они знают лучше, то они вносят чересчур много правок. Или говорят мне, вот был один клиент, который мне постоянно говорит, нам сейчас нужно запостить вот водохреще, нам надо запостить картинку, взять из Гугла и вот запостить такое, как присылают открытками в Вайбере, а также нам надо в Инстаграм. Хотя с брендом это вообще, ну это никакое не имеет отношения к бренду, и конкретно вот этот день, этот праздник. И очень сложно переубедить человека, что ну, не нужно это делать, вот объясняешь ему почему, зачем, но все равно есть люди, которые стоят на своем, и ну как бы хорошо, да, мы это сделаем, но скрипя душой очень сильно. Слухай, скажи мені, твій ідеальний клієнт, який він? Такий складний вопрос. Ти, Макс, який собі навіть TikTok завантажити? Да, наверное, который полностью довериться, вот, и который очень важно, чтобы он еще был вовлечен в процесс. Потому что есть клиенты, которые они доверяют, но они вообще не вовлечены, то есть они отдали, вот рассказали про проект, дали задачу, делай. И все. Да, и в принципе. Довіра, який довіряє, да, так? Да, но это
Это не очень хороший вариант, потому что я за доверие, но еще плюс, чтобы клиент был вовлечен обязательно. Uh-huh. То есть, чтобы он все равно вносил свои коррективы, давал направления, чтобы мы могли вместе подумать над креативом, потому что все-таки он больше знает про свой бизнес, про свою нишу, что он хочет донести, uh-huh. про свой продукт, услугу yeah. и так далее. Ну, я так думаю, що класика жанру – клієнт не знає, що він хоче. Він просто хоче… Він хоче продаж. Я хочу продаж. Да. А як саме? Ну... Да. Ні, ну, буває таке, що я хочу красивий контент. Це угу. теж. Но потім ми докапуємося, а зачем вам красивий контент? А що ви хочете? І потім, звісно, я хочу… Ще один варіант – я хочу підписчиків. Зробіть мені, будь ласка, 1 000 000 підписчиків. Окей, а зачем вам они? И начинается вот, а потом оказывается, что миллиона и не надо, надо просто продаж на определенную сумму в месяц и все, которое можно сделать и при 2000 подписчиков. Ну. Ого. Значит, вот. Такие тонкости, что потрібно враховувати и разбираться. Слушай, а за який час реально зробити 1 000 000 підписників? Давай лучше спросим, за сколько денег. Давай, скільки це буде коштувати? Можна купити, да, можна купити, ну, если, допустим, в тех же гивах участвовать, но это тут вопрос в качестве подписчиков. Я больше за качество, чем за количество. Вот, но есть розыгрыши, которые обещают там прихода аудитории 50 000, 100 000 человек. Ну, вот можно посмотреть стоимость этого розыгрыша и посчитать, сколько раз мне надо в нем поучаствовать, чтобы у меня появилась цифра 1 000 000. Но вопрос опять-таки в качестве. Угу. Вот. Ну і як по класиці жанру в Україні, в принципі, головне питання в бюджеті. Без бюджету да. не буде нічого. Да, конечно. Ну, есть инструменты там бесплатные, так сказать, например, там взаимного пиара. То есть, особенно это для личных брендов хорошо. Вот я, допустим, эксперт в своей сфере, я вижу девушку с похожей тематикой аккаунта, у нее примерно такое же количество подписчиков и там примерно такая же вовлеченность. Лайки, комментарии и так далее, просмотры сторис. Mm-hmm. И я ей пишу: привет, давай сделаем взаимный пиар, расскажем друг о друге у себя в сторис, отметим друг друга, чтобы там обменяться аудиторией. Это работает, и это, в принципе, да, не требует каких-то затрат финансовых. Класс. А чему не? Действительно. Досить грамотная схема. Да. Да, да, рабочая достаточно, можно пользоваться. Так, ну, про Дашу мы уже поговорили, что она СММщица. Знаєш, що нас цікавить? Як проходить день у СММщика? Дивись, чого питаю? Бо одні кажуть, що... Одні кажуть, що, наприклад, СММщик працює там 2 години в день або 3, і все нормально у нього. Одні кажуть, що він працює там 12 або 16 годин, і не все нормально. Пролий, будь ласка, світло на це. Як живе, який день у СММщика? Ну, если говорить на своем примере, я работаю аутсорс, фриланс, я беру разные проекты. Все зависит от количества проектов. Можно работать 2 часа в день, вести один небольшой проект, зарабатывать какую-то определенную сумму, которая тебя устраивает, и как бы все. Остальное время отдыхать или заниматься там саморазвитием. Я веду достаточно много разных проектов, плюс у меня есть еще своя небольшая команда, вот. И у меня день проходит так, что каждый день по-разному на самом деле, но утром обычно там день начинается собрать себя, выпить чашку кофе, и потом еду либо на встречу с клиентом, либо на встречу со своей командой, либо на съемки контента. Я еще частично сама снимаю, а иногда не я снимаю, но я присутствую на съемках, чтобы контролировать весь процесс. Вот. После этого у меня всегда параллельно идет работа в телефоне, в ноутбуке. Ну, в любом случае, я там где-то, где веду еще сама, там, публикую посты, сторис, отвечаю в директ. Где сама не веду, то я там общаюсь с подрядчиками, которые занимаются этим аккаунтом и профилем. Вот. И, в принципе, так проходит почти весь мой день. А там договариваюся о колабораціях з різними блогерами, общаюсь з клієнтами і так далі. Слухай, ну це скільки всього в голові потрібно тримати? Це взагалі. Ну, я в заметках, якщо чесно, все пишу дуже швидко. І там, ну, календарі, заметки, тому що в голові тяжело. Вот. А вечером танцюю. Ти танцюєш, ти так розслабляєшся, так? Да, ну, в принципі, ну, я не можу сказати, що прямо розслабляюсь. Це як хобі. Да, це хобі, і там я наповняюсь. Тобто я там проживаю всі емоції, які у мене були, допустим, за день, так як хороші, так і плохі, і наповняюсь новими, там, свою якусь женську енергетику проявляю. А які це танці, до речі?
Ну, я танцую два стиля. Я танцую латино, бальные танцы, и танцую хилс. Это современная хореография на каблуках, но там я вот совсем недавно. А латино уже давно. Слухай, ну хореографія на підборах — це просто супер. Макс, а от ти як? У мене така пропозиція зараз затанцювати трохи. Та я вже другий ефір поспіль. Ну, ні, ну я вже з Валею Войтенко, я вже зрозумів, що... Ми тебе готуємо к тіктоку. Ага. Там же ж треба танцювати. Так, ні, ну давайте пробувати, а що? Ну, давайте заряджатися, у нас взагалі-то бадьорий ранковий ефір. Ти нам покажеш якісь рухи, яких ти сама навчилася, які тобі найбільше подобаються? Давайте ми потанцюємо самбу. Так. Три основных базовых шага из самбы. Первое – это виск называется. Виск. Исходное положение – стоим на левой ноге, правая – сзади. Так, вот на левую. Да? Основное в самбе – это баунс в колени. Ага. Да. Так. Итак, первое движение. Мы выводим ножку в сторону. Так. Сгибаем ее. Эту теперь назад, делаем такой крестик, латинский крест, и вниз, баунс. Да. Ой, боже, я зараз буду теперь падать. Снова ага, в сторону. Тепер, оп. Да. Мы сейчас только про ноги, оп. Крест и вниз. Оп. Да, супер. И вот так вот быстро танцуем потом под музыку. А второе ага. Движение. Основ... Це ми можемо з Катею перед початком ефіру так, да, танцювати? Так перед ефіром. Це вообще, включайте музику самбо, і настроєння на день обезпечено. Так, дальше основной ход самбы. Становимся на левую ножку, правую сзади. Подтягиваем потом ее к себе, согнутую. Угу. Потом сгибаем обе ноги. Оп. Да. Теперь получается левую назад. Ага, ушли назад. Назад. Да, ушли Смотри. Назад на левую. И вперед на правую. Это основа самбы. И вот мы продолжаем. И теперь давайте к самому простому. А, то це було не найпростіше. Це було, ну ладно. Це найскладніше. На самом деле, у всех по-разному. Є движение батакада. Суть його в компактних шагах так. І підняті бедра. Ага. Ми становимося, ісходне положення на лівій ноге. Стоїмо на лівій, так. Да. Правий вперед на носочок. Ага. Подимаємо бедрышко. Угу. І робимо таку, як петельку небольшую. Тобто, взяли, завернули. І шаг назад. Да, і шаг назад. А руки де повинні бути при цьому? Ну, взагалі руками потрібно працювати, але так як ми тут компактно, руки на пояс, руки на пояс, так. І давайте починаємо. Поняли суть? Тобто ми робимо шаги назад і при цьому піднімаємо бедра. Ой, щось у мене стерна у різні боки. Давайте, з правої ноги, говориш саме легке, так? Назад. Назад. Так, піднімаємо бедро, знову назад. Поднимаем бедро, снова назад, поднимаем бедро и назад. Вот, ну, конечно, это все нужно делать в темпе. Слухай, я, слухай, знаешь, давай за класику, нам просто да, комплексно просто... покажешь гарно покажи, цей рух. Покажи, як це робиться. Я теж ждала такого поворота. Ну, давай. Ні, ну, давайте со мной все равно. Ми будемо ну, трошечки, да, давай ми... ти, ми на тебе дивимося хорошо, трошечки. Хорошо, давайте. Раз, а два, раз, а два. Раз, два. Раз, да. Два. Мені здається, у мене найкраща робота в цьому світі. Раз, ви подивіться на цю красу. Раз, я, два. І ну, любима, да? Раз, і бедрышко, петелечки. І ну, петелечка. Ти мене приверсено виходить просто. Так, слухай, Даш, ну це було класно. Вже розім'ялося. Так, розім'ялося, так. Да. Дякую тобі за класну бадьору атмосферу. Ми йдемо далі. Сподобалось, було цікаво, хочете бачити нас іще, тоді підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут лайв». Ну, а щоб точно бути впевненими, що не пропустите аж нічого з нашого цікавого матеріалу, вмикайте дзвіночок. Thank you.